Бюро находок имеется. Паспортный Меглонин Алексея Николаевича, найден 5 сентября, Пашинников 60. Водительское удостоверение, карта Сбербанка на имя Иванова Дмитрия Юрьевича, найдена 1 сентября, Пашинников 31. Черный пакет с мужскими вещами, найден на Бызова 14, 1-2 сентября. Ключ от банковского счета, найден по проспекту Химиков. Трудовая книжка на имя Расуловой Марины, найдена 29 августа в районе улицы Гагарина. Ключи найдены на газоне в районе Бызова 5, 24 августа. Документы на имя Савиной Ольги Александровны, найдены 31 августа по улице Корабельная. Портмоне с документами на имя Сидикова Сирень Ринатовича, найдена в районе Вахитова. Бюро находок ищет. Водительское удостоверение, техпаспорт, пенсионное удостоверение на имя Ахмедьянова Анаса Салимовича, утеряно 3 сентября по Сюмбике, обещано вознаграждение. Водительское удостоверение на имя Каменских Сергея Львовича, утеряно 1 сентября, обещано вознаграждение. Черный кошелек с водительским удостоверением, техпаспортом, пропуском Танека, допуском и картой Татнефть на имя Волкова Николая Николаевича, утерян 13 августа в районе улиц Тюмбике, Чешмале, обещано вознаграждение. Кожаный цветной кошелек с картой Сбербанк на имя Вазиковой Розели, обещано вознаграждение. Связку ключей 4 штуки с белым брелоком от сигнализации, утерянную 31 августа в районе Красного Ключа, обещано вознаграждение. Барсетку с документами на имя Циклаури Ильи Алексеевича, обещано вознаграждение. Ключи от автомобиля Toyota с брелоком сигнализации Томагавк, утерянный 16 августа, обещано вознаграждение. Пропуск с РСУ-1 на имя Хасанова Малика Габдрахмановича, утерян 26 августа в автобусе в районе кинотеатра «Джалиль», обещано вознаграждение. Автомобильный номер У-116ОО утерян в 36-м микрорайоне 28 августа, обещано вознаграждение. Бюро находок располагается по адресу Химиков 64А, телефон 42-33-33. Мы ждем вас по будням.